У него есть три великие заслуги перед этим. Он знал, что Россия принципиально не способна состояться без Украины, потому что она впадает либо в третьеразрядную империю, что в 20 веке, мы не говорим про 21, невозможно, либо в второразрядную республику, что еще ей тяжелее. Второе, он понял, он, знаете, вот он внимательно читал, видимо, Ленина, потому что дважды использовал, он знал, что в мощной системе социалистического лагеря надо найти слабое звено. И это слабое звено было не Югославия, которая, и не Китай, а это была, оказывается, Польша. Ну, он к тому же еще поляк. И третье, самое главное, он, когда выбрал это слабое звено, он придумал некую системную вещь, на которую мы не могли реагировать. Я просто тогда помню, молодой социолог, политолог, и мне это поражало. А приезжающие консультанты из Польши разводили руками и говорят, люди, с которыми мы спорили, они хорошо знают Маркса, Ленина. Там действительно отношение к рабочему классу не такое, как у нас. То есть что он сделал? Что было придумано в такой интересной концепции, как солидарность? Это не исторический феномен, это придуманная сознательная вещь. Они взяли социальную проблему, связанную с рабочим классом, не с бюрократией, не с интеллигенцией польской, не с сельским этим. Социальная проблема, в данном случае рабочий класс. Они взяли католицизм, церковь, и они взяли природный антисоветизм поляков. Ну, так поляки устроены, много уже, ну, их постоянно делили, и теперь, кажется, тоже к ним это особое отношение. И соединив все это, они получили гремучую смесь, которая позволила победить потом солидарность. Не сам. Дальше. А для того, чтобы это все запустить, был триггер. И триггер мог сделать только один человек, который мог придумать такую сумасшедшую идею. Вот сейчас об этом можно говорить. То есть идея, что впервые за тысячу лет сделать славянина папой римским, пришла в голову Бжежинскому. Только он мог пробить. Да, он нигде не написал. Где-то он, ну, вы можете представлять удовлетворение этого поляка, американца польского происхождения, который даже американцам не мог сказать, зачем он это делает. Но в результате Советский Союз проиграл потом Польшу и так далее. Прошло 40 лет. Бжежинский уже там где-то медленно тлеет, дает интервью, там пишет финляндизация Украины, мы все это слушаем. Прошло 40 лет. Вдруг появляется совершенно новая политическая сила, не имеющая отношения к Европе, и совсем новыми деньгами. Это антиглобализм. Это и ислам вместо католицизма, и это социальные проблемы огромного количества Большого Востока. Сочетание этих трех факторов породил ИГИЛ. ИГИЛ – это не проблема технических бомбардировок. ИГИЛ соединяет три вещи, которые ни Европа, ни страны СНГ, ни Соединенные Штаты не умеют соединять. Антиглобализм против глобализма – это свой спектр, молодой ислам, фундаментальный. И плюс социалка. Никто же не говорит про ИГИЛ, что первое, что они делают, они не вырезают население. Они тут же делают социальную жизнь. То есть это же очень серьезно. Поэтому куда бы они ни заходили, они с этим системным подходом, который когда-то отработан был на солидарности, они заходят в любую страну и там начинают это делать. И это будет и с Россией. Там тоже придут ИГИЛовцы, свои какие-то, и тоже скажут антиглобализм или антисоветизм. Очень легко. Антисоветизм. Да? Ислам. И решение социальных проблем обычных людей. Никаких олигархов, и так далее, и так далее. Но это же надо соединить. Вот когда-то, благодаря Бжежинскому и американской культуре, а не просто Госдеп или там говорят ЦРУ, удалось впервые системный подход. А сила этого системного подхода заключается в том, что у него хватило ума понять, что не Америка великая страна, и не СССР страна коммунизма, а что идеологию для построения международных отношений надо заменить на суперстратегию. Вот с Бжежинского началось то, что идеология стала одним из средств стратегии. То, что делает сейчас Путин, то, что делает сейчас, кстати, и Трамп, то, что делает сейчас весь мир. Сейчас идеологемы – это вторичные в международных отношениях. А в 60-е годы никому это в голову не пришло. И он даже не мог прийти и сказать, я знаю, что через 40 лет Небоженко раскроет меня и так далее. И он не мог им сказать, что, вы знаете, идеология американской мечты или идеология Советского Союза – это ерунда. А все конфликтовали тогда на идеологических основаниях. А он понял, нет, надо найти... А почему? Потому что тогда появлялся Rand Corporation, тогда появились первые системные подходы. И, ну, то есть в какой-то мере вы можете сказать, что у меня восторженный взгляд. Нет, я просто отстегиваю очень рациональное, которое осталось исторически и стало классикой политологии, от большой долгой жизни Бжежинского.
Вторая мощнейшая тема. Уже в 60-е годы стало ясно, что нужно разоружаться. Разоружаться было трудно, потому что генералы вообще не способны на переговорный процесс. Единственный раз, когда получилось, это мимо них, это Карибский кризис, когда Кеннеди пошел даже мимо генералов своих и мимо российских, советских генералов. Но без войны тоже генералы не могут. Поэтому не с легкой руки лично Бжижинского, но в то время носилась очень важная вещь, что давайте где-то время от времени, но далеко от больших культурных центров, от Москвы, Сан-Франциско, Нью-Йорка, время от времени будут сталкиваться в третьих странах, будут сталкиваться великие страны. Соединенные Штаты тогда, и это была Ангола, это была не Куба, обратите внимание, потому что Куба слишком близко к Флориде и так далее. Анголу не жалко. Это была Палестина, это было Вьетнам. То есть и через 50 лет опять теория локальных войн. Украина. Уже на нашем примере. Ничего себе, какая понимаете, логика, да, Виктор. Да, ну, вот чем дело. Да, мы же просто затронули. Смерть Дзержинского – это просто для нас повод для того, чтобы показать, как работают мощные схемы на Западе. По 70 лет, по 50, по 40. И сейчас все понимают, что с полусумасшедшим Россией, который говорит, мы в пепел всех превратим, нельзя непосредственно столкновение. Более того, сейчас уже понятно, что мы, что как и когда-то Буш говорит, Украина, не уходите от России. Я же помню, мы сидим в Верховной Раде, и вдруг выступает президент. Я помню выпученные глаза Черновила, который, что он такие сказал? Что он сказал такие? Он был в ужасе, он был уверен, что Америка это настолько надежна, что диаспора ему там все объяснила. Он говорит, ради бога, не разваливайте нам СССР. Ну, теперь я понимаю его, как его бывшего ЦРУшника, что он боялся ядерного СССР. Он этого боялся. Это, видите, имеет прямое отношение к потом Будапештским соглашениям, когда они вместе с русскими дожали Украину и забрали это оружие, они вздохнули тогда спокойно, все это было страшно. Вот точно так же они не хотят никакого развала России сейчас. Потому что они боятся они тоже больше сами. Ничего они не боятся. Они не боятся материальной помощи, как они оказывали во время гражданской войны, они не боятся каких-то вторичной демократизации, они не боятся сепаратизма, зная, что Россия все-таки сложена из разных вещей. Они даже не боятся ИГИЛа, который появится в Средней Азии, на Кавказе, в Крыму и в этом, и в Татарии. Это все видят. Они боятся развала ядерного контроля. И поэтому кто угодно вместо Путина, пусть назовите его не Путина, а антипутин, Галапупенко, назовите его Алешин, как угодно, но только чтобы он не разваливал это все. Это очень важно было. И тогда, и я возвращаюсь, поэтому теория локальных войн позволяла генералам выпустить свою агрессию. Да. Это действовало на внутренние ситуации. Иногда плохо. Тогда, когда Бзижинский решил вмешаться в иранский конфликт и освободить детей, это все плохо закончилось и для Бзижинского, и для Картера, по-моему, да, это все плохо. И Вьетнам плохо закончился для Никсона. Так что это не так все просто. Но при этом теория локальных войн сейчас воспроизводит. Что такое Сирия? Это чистый плацдарм, даже уже нет украинского вопроса. Уже точно не русского населения нет, русского мира нет. Приходится просто заводить людей и заставлять их возле самолетов петь калинку, там, малинку, только чтобы хоть какая-то была видимость. Создали. И это будет дальше. Сейчас это будет Афганистан. Потом это будет Ферганская долина. Следующее, что взорвется, это что-то произойдет с этим. Со Средней Азией. Ну, и это та же самая теория локальных войн, позволяющая не выходить на непосредственные конфликты и руками третьих стран выяснять большие отношения. Сейчас это уже модно, сейчас же век кибернетики, это 21 век, это прокси-войны. А во времена Бзижинского это называлось войны на территории не своими руками. Непосредственно Соединенные Штаты и СССР не воевали во Вьетнаме. Да. Не воевали, да, но воевали долго и упорно. Это то, что сейчас называется модным словом прокси-войны. Как и гибридные войны, то же самое, как управление с посольством. То есть многое было сделано не в те годы. Так что я не хочу делать его гением, я хочу показать, что в Америке ничего не пропадает. Мало вышло красивых некрологов по Бзижинскому. И скажу почему. Потому что есть человек, с которым он конфликтовал все 45 лет, а может быть все 50, Киссинджер. И пока не уйдет Киссинджер, Америка постарается не... Ну, я не хочу, пусть живет еще 190 лет. Но чтобы вы понимали, они всегда страшно конфликтовали. Это были два сильных человека, которые каждый, в общем-то... И вот как только уйдет Киссинджер, в Америке появятся взвешенные оценки и Киссинджера.
Киссинджера, и все вспомнят, что Киссинджер для того, чтобы стравить Китай и с Советским Союзом, добился своего, но в результате теперь Соединенные Штаты, благодаря мудрости Киссинджера, не знают, что делать с этим Китаем. Так что все очень сложно, да? Но никто не трогает, и все. Так что вот на этой ноте, так сказать, мы оставим. Я хочу сказать, что многое, что было в 60-х годах, сейчас воспроизводится с новым обстоятельством. А в 60-е, 70-е годы была страшная вещь. Когда я вот недавно, мы с вами видели, как автобус наехал на людей в Лондоне, а перед этим во Франции взрывы, в Германии, в этом даже можно добраться до самого, до Норвегии, если помните, этого полусумасшедшего. Но это ничего по сравнению с тем, что творилось в 70-е годы, когда хорошо организованная Европа, сытая, наконец-то добившаяся послевоенного расцвета, вдруг столкнулась с левыми бригадами, с серыми волками, с правым сильным экстремизмом. Дело дошло до того, что они просто убивали на улице премьер-министра Италии. Это был пик. А я уже не говорю про Северную Ирландию и так далее. Это все финансировалось из Советского Союза. Это не так все просто. Поэтому, когда сейчас говорят, а Путин там немножко помог там, тем или иным, и Путин спрашивает, так у вас еще ничего не взрывалось в Париже? Ну, взорвется. Ну, хорошо, это не Путин говорит, это говорит Жириновский. Но Путин же, слушая Жириновского, говорит, мудрый человек. Вот что я хочу сказать. Это всего лишь ремейки, повторение способов СССР и Соединенных Штатов выяснять отношения, используя третьи силы. А мы думаем, что это что-то такое новое. Ну, нельзя, конечно, говорить, а тогда убивали тысячи, там, знаменитый взрыв на Болонском вокзале. Ну, слушайте, 700 человек. Раненые, погибшие, и так далее, и так далее. Это же все происходило. Это кто-то передал же эту взрывчатку, кто-то готовил этих людей и так далее. Сейчас точно так же происходит. Поэтому многие процессы, которые были в 70-х годах, при том же Бжижинском, при том же Киссинджере, сейчас воспроизводятся, но уже как бы новой обстановки. Я вам показал. Системно солидарность выиграла не потому, что это была сила воли поляков или слабость этого. Никто не мог соединить идеи поддержки рабочего класса. Я вам говорю, потому что я встречался тогда с поляками, которые работали на крупных должностях в аппаратах ведущей партии тогда. И они говорили, ну, они знают Маркса и Ленина лучше нас. Что рабочий класс ведущий, так почему мы не ведущие, откуда бюрократия и так далее, и так далее. А когда рабочий класс соединился с католицизмом, да еще с антикоммунизмом, то получилась гремучая смесь. И никто не видит аналогии с ИГИЛом. Я не хочу сказать, что ИГИЛ это страшно, а солидарность еще хуже. Нет, я просто показываю, что некие системные вещи, факторы, соединяясь, да, друг с другом, дают кумулятивный эффект.